Друзі, всім привіт! Нагадаю, минулого разу ми в Європі купили автомобілі, притараканили їх до Києва, до речі, хто не бачив, можна піти подивитися. А сьогодні буде продовження історії. І забігаючи наперед, я можу сказати, що удалось зазняти 3 видачі автомобіля. Зазвичай цього мало буває, тому що військові це такі люди, що вони можуть і вночі приїхати, і будь-коли, і сказати, що я не хочу знімати. Будь ласка, не треба, ми соромозливі. А тут погодились у всі, тому буде цікаво. Что снимаем? Все как всегда, мы опаздываем. У нас все плохо, потому что кто-то собирал камеры, собирал все до кучи, вместо того, чтобы уже в это время ехать. Да? Так и живем. Но сейчас будем лететь. Нормально так винтит этот поезд, я хочу сказать. По мосту больше 40 километров, по-моему, нельзя, он винтит соточку. Такой себе паровозик. Вообще бесстрашный чувак. Ментов не боится совсем никак. Геннадий, здравствуйте. Гена, тут сейчас будет кто-то выезжать, не? Ебаный в рот. Простите меня. Слышите, как мотор работает? Я бы к этой машине в Европе вообще бы не подошел. Да оно рассыпается уже. Не наша, да? Нет, я бы такое не выбрал. Это пипец. А он, кстати, только пригнанный, причем недавно пригнанный. В 12-12 заканчиваются номера, максимум выдаются на 2 недели, то есть он в начале декабря только пригнанный из Германии. Но вот эту шляпу заказывать в Германии, да ну боже упаси. Так, пошли искать нашего дрыща. Где наш Тойот? Уже выезжает? Сейчас выезжает. Но... Выезжает, потом еще раз выезжает. Когда? Мы же забирать приехали. А что он заезжать будет? Там работа ебутся сколько, блядь. София сказала, в 3 часа нахер забирай его, чтобы он нам не мешал. 3 часа, как бы мы заканчиваем первую часть работы, которая с подъемником, блядь. Пообедать это святое. Но обедать надо до 3 часов дня. Дай-да-дай, дай-да-дай. Итак, где наши? О, так вы вообще решили все. Так они ж только резинки потресканные были. Вот эти стойки стабилизатора поперечной устойчивости. Вот это подход, вот это мне нравится. Что с этой херней работает? Ничего не трогали, вот. Нахер на тебе надо? Знаешь, сколько она стоит? Нет, так оно блокирует. Просто оно там моргает, на приборке. Одни говорят, что оно так и должно быть, другие... Не должно быть. Оно точно загорается, я же для Тойоты крутил много там. Там точно загорается лампочка, там моторчик, в нем же датчик, короче, вот, он слабое место, потому что он к нему. То есть беда именно вот здесь? Да, да. София! Степан! София. Так, София. Мы понимаем, что через 30 минут мы должны забрать автомобиль. По объему работы мы понимаем, что нифига, через 30 минут мы этот автомобиль не заберем. Сейчас я свою харю на свет вытащу. Друзья, у нас тут с операторами трошки є невеличкий, не сказать, что сварка, трохи сперечаемся. Сперечаемся, с какого приводу? На СТО сильно стробить, ну, мається на увазі, мерехтіння йде. Так от, я кажу, що це із-за того, що неправильно налаштована камера. Хлопці кажуть, що із-за того, що помирає світодіоди. Там світлодіодне освітлення. Так от, у мене є проханячка. Будь ласка, напишіть внизу, кто из нас не правый? Буду дуже вдячный. Дивимось далі. Блин, машина покрашенная, красивая. Колеса б ей еще поменять. Ага, тут связи нет. Тут есть интернет. Сейчас мы будем звонить через Телеграм. София! Я наверху. А мы внизу готовы забрать машину, а тут еще... Не, готовы отдать машину. Да, ее еще не доделали, да. И что робить? Ждать. А сколько ждать? Сейчас спустятся мальчики, они ответят на этот вопрос. Хорошо? Эх,
Ну ладно, тогда сейчас к тебе приду, хотя бы эти дай. Документы и что там еще? Хорошо. Уже подниматься или ты занята? Может, у тебя прием... Я занята, но ты поднимайся, потому что я буду занята. Бегу. Где София? А там доставка еще была какая-то. Да, вот. 3350 мотора на трупер. И что, когда забирать? А, так и забрать, что забрать, блядь. Там же ремни, блядь. Там же термостат. Термостат, блядь. И масло в коробце еще на меня. Ну, залить в процессе. Чуть-чуть сориентируй, пожалуйста. Ну, душу не видно, блядь. 2-3 часа. Да ладно. Ну, в смысле, блядь, да ладно. Ну, надо подивитись, де там зараз, якщо тебе мотати, в жопі міра стоїть, блядь. Сайлентблоки передніх речагів, нам треба було знімати рульову рейку, відкручувати стаба. Стаба не відкручувати, а відрізати, бо якийсь уйоб там накрутив непонятно що, коротше. Ну, тобто це так, на перший погляд кажеться, що це все, о, це швидко можна зробити. Ну, і ти бачиш, як рамки виставляються, просто від фонаря, з голови. Щоб в 3 часа її там не було, ну, ну, не було і була готова, блядь, це різні речі. Питання було, щоб не було її там. Так що задача до 3 може бути виконана. Задача, щоб машина їхала, не було. Я охеревший. Є що там поснімати красивого? Там ціле поле. Просто. Просто ціле велетенське поле. Ті автівки, що ви бачите, це ті автівки, що більш-менш вціліли, їх можна притягнути і відремонтувати. Далі будуть автівки, ті, що неможливо відремонтувати. Покажу короткий ролик, щоб не думали, де діваються машини на армію. Тут часто купляють, де вони їх дівають, да? Це за вчора, за один день. Друзі, в черговий раз хочу нагадати, що це все завдяки вам. Відбулося, мається на увазі можливість придбати автомобіль, можливість автомобіль полагодити, можливість пофарбувати і видати його хлопцям. Дуже вам за це вдячний. Доки у мене є можливість, всі кошти, що ви донатите, я можу трансформувати в автомобілі, бо я нічим іншим не займаюся. Хто хоче прилучитись до нашої движухи, або не так, у кого є можливість, бо результати наших дій налице. Наші хлопці, можна сказати, виграють по всім фронтам. Москалі отак, вялого защіку зараз і під Херсоном, і в інших напрямках. І це все завдяки вам. Хто хоче приєднатися, от реквізити Монобанку, внизу будуть реквізити Приватбанку. Разом до перемоги. Всім здоров'я, всім наснаги. Починаємо з радіатора, по літрі масла зливати. Типа літр злив, літр долив. Заміна масла виміщена. А, я зрозумів. Тобто ви хочете повністю його замістити? Ну, там ще 6 літрів масла. Ну, а воно, який типа, сенс в те хуйове масло типа, налить нормально? Ну, типа, якщо заміна, то заміна. Це те, що там було. Типа, воно хуже моторного виглядає. Блять, а є білий папірець? Ну, капельку, да. Та ну нафиг. Это пісос. Она, кстати, не будет пихаться после того, как поменять ей масло? Нічого. Мене більше цікавить той варіант, що от та, отей бруд, що там є, зараз по всяким магістралям, він зараз повимивається і піпець, і піде. Окей?
помог. Совсем чуть-чуть. Далі відбулась подія, котрі не зрозуміли ні оператори, коли знімали, і не зазняли цей момент. Не зрозуміли зараз монтажери. Дрібничка, казалось би, але дуже важлива деталь. Коротше, що відбулося? Хлопцям привезли мастило з постачальника, надійний постачальник, 3309 масла для автоматичних коробок передач. І вони наливають його в лейку, і з лейки наливають в коробку передач. І в момент, коли вони наливають, я бачу, що мастило прозоре, не червоне. І я розумію, що це якась шляпа. Отака от дрібничка, отака маленька халепа, безвідповідальність, або правильно сказати, незнання, хлопцям може вартувати життя. Или вартувати, як правильно? Вартувати життя. Ну що, все масло, яке зараз є, заливаємо в коробку і все, їдемо домой, чекаємо, поки прийде нове масло. Тобто є-то всього 5,5 літрів, а ще замістити, коротше, треба ще літрів 15, а його нету. Поэтому сегодня мы машину не отдаем ни при каких раскладах. Солнце уже село, масло только заказали, пока оно приедет. Это сопли, это тяжело, больно. И это еще если будет свет. То есть если произойдет отгрузка, когда будет свет, вот тогда будет хорошо. Вот как только свет пропадает, сразу все, писос. И мы понимаем, что сегодня эта машина уже никуда, скорее всего, не поедет. Но пока наблюдаем, у нас есть еще часа полтора. Вообще на самом деле... Вообще, на самом деле, из вот этих вот мелочей состоится ремонт. А где-то какую-то мелочь не привезли. Какой-то, сука, вонючий сальничек, какой-то развальный болтик. И стоит машина и висит. Ну, в данном случае мы, типа, заливаем сейчас 5,5 литров масла и ждем остальные 10, потому что, ну, никуда. Вот зальется сейчас оно, и даже запускать мотор никто не будет. Не выпускать его, не замещать, нифига с ним не делать. Потому что это тупо... Безсмысленно. Да, Митя? С тоскливым голосом сказал Митя. Да. Да. Почав заливати масло, потім ще раз подивився на щуп, чи той щуп я дістав. І як? Той, той. Та ладно нам то, що злить масло, залить заново, тим паче, що воно. Да, ще раз Гену подраконить. Та що Гена? Гена зараз температура підніметься, він спати пойде. Красиво идет, только медленно. Классная шапка. Шапка охуенная. Друзья, если кто-то продает такие шапки, напишите мне, вот под этим видео есть наши контакты, напишите. Блин, я думаю, желающих с десяток на такие шапки я быстро в элементе насобираю. Ну что, мы полетели тогда. Алло. Увы и ах, не сегодня. Сегодня мы возвращаемся ни с чем, и у нас есть один опечаленный водитель, который мечтал проехать на праворуком автомобиле. Да, вот он стоит с той стороны камеры, которую вы не видите. Но, тем не менее, я думаю, что завтра может быть. Короче, еще когда-то в жизни он покатается. Ну, а мы сейчас поехали дальше. Прошло три дня, не один, прошло три дня. Едем проведать автомобиль, потому что забрать, ну, вообще едем забрать, но как получится? Получится забрать? Офигительно. Получится проведать? Ну, значит, проведаем. А заберем его завтра. Вообще сейчас посмотрим. На самом деле уже все готово. Единственное, что ему не делали долгий длительный тест-драйв. Имеется в виду, детально не проверяли автомобиль. Едем забирать. Очень надеюсь, что она не принесет никаких сюрпризов. Она в смысле машина. Хотя у нее кардан. А если есть кардан, значит он мальчик. Едем проверять нашего мальчика Тойоту. Или девочка. Пойду я ключи тогда возьму.
Ух ты, ебучий случай. Ого, привет, новый песик. Сейчас Геннадий выдаст ключи и скажет, где стоит машина. На каком-то поле. Поле для взломков. Там поле для готовых автомобилей. И еще есть где-то какая-то площадка в лесу. Она на этом поле или на каком-то другом? На этом, да, на ближнем? На взломках? А что, не доделали? Почему не доделали? Ну, где-то же есть поле для машины, есть поле для взломка. Грязно везде. Ну, тут тоже грязно, но мы уже не ездим. Ага, там везде грязно. Пока не сортируем. Пока не сортируем. Этот момент творится, как бы это правильно сказать, сбывается мечта человека, потому что он едет на правом руле. Вот он хотел. Сейчас. Я так понял, первый коммент уже рассказан, как оно с правым рулем, да? Нет. И как оно я с правым рулем? Это классный болик. Я еще ничего не понял. Ну, в смысле, не понял. А как же там включать передачу не с правой стороны? Была бы механика, я бы, ну, как-то по-другому. Я надеялся, механика, сейчас вот этот бэмс, первая, вторая будет прикольно. А тут автомат, вот, ну, кому этот автомат? Ох уж это молодежь. Короче, сейчас сделаем пару подсъемов, едем и по дороге узнаем, как ему на правом руле. Я думаю, Влад с этим справится. Машину уже замацали. А пока не буду делать подсъем, я сейчас расскажу, что... сделали, мне уже София прислала накладную, что было сделано в этом автомобиле. Пока пацаны делают подсъем автомобиля, я сейчас скажу, что было заменено в этом автомобиле. Значит, поменяли здесь тормостат, стойки переднего стабилизатора, рулевая тяга лево, сайлентблоки передний, нижний, левый, по рулю справа, стойки стабилизатора задний, стойки втулки стабилизатора задний, сайлентблоки заднего верхнего важеля, сайлентблоки задних нижних важелев, сайлентблоки задних нижних важелев, наверное, правый и левый, ремни генераторов, там их два штуки. Так, ремень кондиционера, промывка радиатора, фильтра КПП плюс прокладка втулки стабилизатора гумові. Не зрозуміло. АТФ мається на увазі мастило в коробку, клінер це чесники. Два штук, що 14 літрів масла. А, ну да, повністю заміна. Видаткові матеріали. Непонятно, що це таке. И антифриз был тут замененный. Все, едем к нам под офис. Под офисом не уверен, что сегодня, потому что сегодня парни, они как раз еще на службе. А вот завтра они освободятся, и завтра будем выдавать этот автомобиль. Хотя, по практике могу сказать, что я им сейчас отправлю видео о том, что мы забираем машину. Блядь, я думаю, что они примчатся сегодня. Все, полетели в Киев, 35 километров, и мы на месте. Зламав антенну? Ні. Що ні? Зламав. Так ви знайшли. Вона була зламана. Та може не треба, щоб зламали? Вже все. У мене радіо пропало. У мене таке хороше радіо було. Таке душевне. Так душевно было. Ну, блин, сломали пацаны. Ну, кайф шоу. Так оно работает. Держите вам антенну. Нет. Короче, приклеим изолентой и что-то придумаем. Сейчас будем ехать по грязнющему полю. И можно как раз снимать машину.
Рэмбо. Фух. Мне кажется, мне сейчас дадут трендов за то, что я посрал машину. Опа. Ой, моя грязь. Машина бомба. Я заметил, как тебя занесло, машина просто бомба, да? Реально бомба. Только чувак за рулем не бомбовитый. Меня, например, вообще не понесло ни разу. Я показывал. Я демонстрировал машину для зрителей. Еще. Хватит. Сейчас последний штрих. Зальем чудотворного говна в автомобиль, как говорил Роман, козявки бабушки. Блять, open the door. Наконец-то. Все, козявки бабушки залили, теперь можно быть спокойным. В смысле, за автомобиль. По практике могу сказать, что я вам сейчас отправлю видео о том, что мы забираем машину. Блядь, я думаю, что они примчатся сегодня. Настав цей день, коли ми віддаємо цей автомобіль. Нарешті, до речі, трошки затягнуло, але таке. Хлопці, дуже дякую за те, що ви нас бороните. Большое спасибо за то, что вы нас охраняете, за то, что бережете наше мирное небо, за то, что не пускаете сюда врагов. Если есть что сказать для украинского народа, будем очень-очень благодарны. Для початку хочется подякувати нашему святому Миколаю Фоміколі за чудову співпрацю, за допомогу нам в пригоні цього автомобіля. А ще хочеться подякувати кожному українцю, який вклався в цей збір, війну навіть, я так виражусь. Хочу привітати вас з прийдешніми святами, побажати, щоб ви берегли один одного, родину, військових підтримували, все буде у нас гаразд. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Акцентую внимание, що три різних колеса, ви помните, да? Да, і розвал я не зробив, тому що от їхав Влад, і він жалується, що машина не Альона. Ну, в смысле, она едет нормально. Влад, но... как машина, не алё? Чуть-чуть не алё. Чуть-чуть не алё, в плане, что... Руки устали, пока доехал. Мы гоняли уже на прадике в Харьковской области, я помню. Там сколько? 6 человек сзади, впереди 2. 6 человек сзади, сидушки ложили в полной амуниции, броня, каски, провизия, автоматы, короче, и вот... В принципе, были довольны. Но там леворульная была тоже на автомате, её потом там родный командир... ушатал. Что, Тёмыч, да. Будем гнать? А? Будем гнать? Да, поедем уже, да? Все. Спасибо, спасибо вам большое. Если что, звоните. А какие клопоты? Это там цепочку на видос. Пам'ятаєте, в минулому відео був бордовий Isuzu Rodeo, він же Isuzu D-Max. Так ось, він же зовсім не бордовий.
Так от, хлопці не змогли приїхати за цим автомобілем, тому було прийнято рішення. Наш співробітник Ярослав сів за кермо і поїхав в східну частину нашої держави. І там автомобіль було передано. Хто? Да. Що, можна? Ну, по-перше, я вам дякую за те, що ви нас бороните. Якщо є дещо сказати людям України, то будемо дуже вдячні. Дякуємо компанії «Один авто» за те, що підвезли нам такий автомобіль. Він буде нам дуже корисний в повсякденній діяльності. Велике дякую. І ще раз кажу, я вам дякую. І про всяк випадок. Дуже багато людей чомусь думають, що ми віддаємо там дітям генералів автомобілів і всяке таке. Ну, тут не можна сказати, та, що, ні, наприклад, оцей хлопчина, цей син генерал. Ні, на обичну частину, обичним солдатам, які, ну, все як... Дякую. Дякую вам. Заглушіть поки що. Зараз ми вам бабушкиних козявок сюди нальємо, як каже наш Роман. До речі. Мотор вместе з коробкою роздаткою ставили на Соболь, ну, реанімація наша. І як Соболь так себе чувствує з таким мотором? Разрешите мне. Полноприводной. Соболь полноприводной? Да. Ну, если бы он был бы не полноприводным, он был бы этим. Он был не нужен. Да, все нормально. София не доливала, як я просив, майже максимум. Зараз буде максимум. Максимум, да? Зараз буде максимум. Ну, вся майже максимум. Еще раз огромнейшее спасибо. Все, вам спасибо. До свидания. До свидания. Спасибо, парни. Рабочего дня. До свидания, ребята. Все, пока. Очередное транспортное средство поехало в лавы ЗСУ. Вчера один невменяемый синий звонил, я тебе дам звонок послушать. Алло, блядь, да вы охуели! Да вы, блядь, машины генералам раздаете! А пацанам на передке Жигуль даже не даете! Приезжай, дайте нам Жигуль! Какой Жигуль на передке? Он до передка даже приблизительно не доедет! Ты скажи, приедь, дай на тебе голубые. Я звоню по зазону, я звоню на этот номер, он не это самое, выключил. Пока, парни. Пока. Широкой вам дороги. Ну что? Когда следующая партия? Как денег насобираем? Друзья, вот как раз сейчас самое время сказать всем неравнодушным, если вы хотите присоединиться к победе, к скорой победе, а машин действительно много втрачається, як то кажуть, українською, і дійсно дуже-дуже потрібні автомобілі. Їх вкрай мало в Європі, але долучитися до збірів можете. Внизу під відео будуть контакти Приватбанку, Монобанку, до речі, там все відверто і прозоро мається на увазі. Видно, що з банків кошти не знімаються, доки ми не насобираємо на черговий автомобіль. Не люблю казати попрошайки. Друзі, всім величезне дякую за те, що ви допомагаєте. Все, ми пішли працювати. Значить, нравится, у тебе як полоса чисто наїбали. Така світ, да? Чисто як у черепашек ніндзя, знаєш. Это кіно, кіно. Голлівуд. Да. Ми знімаємо Голлівуд. Рафаэль, ти долбоєб. Я Мікеланджело. Рафаэль. Мікеланджело. А тут еще прикол, очень большие зеркала, и это очень непривычно, и это очень прикольно. Вот. Но дитё не каталось на больших машинках, ну что ты хочешь? Я тоже ни на одной не катался еще, я аж ничего. Ты лох.